Мне нравится. Я думаю, что это отличный спектакль, хорошая сценография, актеры талантливые. Я смотрю, открыв рот, мне все очень нравится. Очень крутые декорации. Очень сложно объяснить, но спойлерить не буду. Они такие необычные, вы такого точно увидеть не ожидаете. Красивые голоса, красивые костюмы, много танцуют. Спектаклем дружбы, о мужской дружбе, о любви. Здесь настолько красивые задумки, задумки гонок. Все актеры в полной мере смогли передать эмоции, переживания и всю атмосферу из книги, переданной автором, которую он хотел преподнести читателям. Точно так же, как и создатель данного спектакля смог воссоздать это все в живых людях, эмоциях и особенно песня, естественно. Спектакль мне понравился. Я на самом деле не первый раз в театре-театре, но первый раз на мюзикле, именно в таком формате. Мне понравилось, именно мне понравилось, как воспроизвели моду того времени. Просто костюмы — это загляденье, я как будто вот там очутилась. Музыка очень хорошая, приятная. Пение главной героини Патриции Хольман, я не знаю, кто актриса, но мне тоже очень понравилось. И она прям хорошо отыграла свою роль. Вот этой девушки, главного героя. Так нам очень понравился. Это такая замечательная история любви, да, которую очень трогает за душу. Артисты выступали просто потрясающе. Такие голоса, такая музыка, такая акустика. Это было просто волшебно. Спектакль, я вам советую его обязательно посмотреть. 2 часа о любви и счастье. Краткий миг, который хочет пережить. Наконец мы дождались премьеру по книге Эрих Мария Ремарк «Три товарища». Самый впечатляющий роман о любви и дружбе 20 века. И мне больше всего запомнилась сцена в шиномонтаже. Вообще все, что связано с машиной, как это выиграно. Режиссерские решения и, конечно же, вокал. Я читал 2 раза, 1 раз в институте, и прочитал, закончил буквально в прошлом месяце. То есть я помню досконально все детали. На мой взгляд, сравнивая с литературой, наверное, слишком все красочно и музыкально празднично, но так как это мюзикл и это театр, думал, будет печально, как в книге. Это мои первые впечатления, но еще раз повторюсь, что я ухожу с улыбкой после грустного произведения, и, наверное, это заслуга театра. Спасибо большое.